Всем привет! Спасибо, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусный салат. Киноа. У нас сегодня крупа. Хорошо промываем. На 100 грамм крупы 200 грамм воды. Отвариваем буквально 15-20 минут. У меня, видите, три разные. Коричневая, черная и белая. Вот она когда варится, получается вот такая красивая. И охлаждаем. Два вида зелени, помидоры и добавляем нашу крупу. И любимую нашу заправку. Растительное или оливковое масло, соль, перец, кислота любая и свежемолотый перчик. Можно добавить французскую горчицу, чесночок. И заправляем наш великолепный салат. Очень полезный, вкусный. Посмотрите, какой он яркий. Наверное, надо еще крупы добавить, вам не кажется? Крупы мало не бывает. Или много, много не бывает. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и до новых встреч. Я сейчас сниму пробу. Это очень вкусно. Я жду вас на моем канале.